В Самаре прошел марш Иисуса. В торжественном шествии приняли участие представители евангельских церквей Самары и других городов. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Иисус Христос больше 2000 лет назад сказал своим ученикам: «Идите и научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И сегодня христиане Самары вышли на улицы города, чтобы рассказать его жителям о том, что Бог думает о семье, о браке и о рождении детей. В торжественном шествии с транспарантами, плакатами и воздушными шарами приняли участие представители евангельских церквей Самары, гости из Суходола и Новокуйбышевска, а также все желающие поддержать пропаганду традиционных семейных ценностей. Многие годы подряд мы проводили такие акции, марши Иисуса, они посвящались разным темам. В этом году у нас есть название «Крепкая семья, сильная Россия». Конечно же, оно посвящено традиционным ценностям библейским. Это крепкая семья, правильные взаимоотношения мужчины и женщины, рождение детей, против аборта. Я думаю, что вы увидели много плакатов здесь, которые говорят, что «дай, позволь мне родиться, я хочу жить». Мы против абортов, мы выступаем за традиционные отношения, против гомосексуализма, что очень сейчас актуально и очень много муссируется в средствах массовой информации, и в многих странах большие скандалы. Поэтому эта акция посвящена традиционным библейским ценностям. И мы хотим, чтобы здоровые силы общества к нам присоединились. Более половины зарегистрированных браков распадаются через год. Более 70% беременности в России прерывается. Во многом именно эта печальная статистика побудила христиан открыто высказаться в защиту самой малой, но самой главной ячейки общества. Я принимаю участие в этом шествии, потому что я хочу прославить Иисуса Христа, который от начала создал семью и сказал: «Нехорошо быть человеку одному», и определил одну женщину для одного мужчины на всю жизнь. И он сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте эту землю». И для меня лично это большое благословение, радость и счастье провозглашать в нашем городе именно вот эту истину, истину об Иисусе Христе, который любит семью, который благословляет все семьи, которые живут по его слову. Торжественная процессия проследовала по проспекту Юных пионеров от парка Молодежного до парка Металлургов. И, конечно, сумела привлечь к себе немало внимания. Я как акушер-гинеколог и будущий неонатолог, это врач, который курирует детей от 0 до 3 лет, против абортов, против необдуманных шагов. И я за здоровую семью. Это самое главное, что может быть. В завершении мероприятия пасторы церквей выступили с речью перед жителями Самары и зачитали письменное обращение губернатору области от имени евангельских христиан с предложением создать межконфессиональный консультативный совет для организации и проведения более масштабных акций в защиту семейных ценностей. Также марш Иисуса посетил помощник главы города Олег Васильевич Будников. От имени мэра Дмитрия Игоревича Азарова он поприветствовал участников акции и заявил, что мы вместе должны бороться за сохранение традиционных отношений и увеличение рождаемости детей. Евгения Новикова, Влад Агапкин. Специально для телеслужбы «Благих новостей».